Значит, есть уточка на палочке, есть мозги на палочке. Что дальше, ребята? Может, будет говно на палочке? Это не смешно, но я перешел на новый уровень. Это яйцо на палочке. Тут написано «кислое яйцо, шокирующая пудра». Каждый раз, когда я читаю это название, я вспоминаю своего деда. Давайте попробуем это кислое яйцо на палочке. Тут очень много шокирующей пудры. Что если я сойду с ума в итоге?